Что если спортсмен большой и спортсмен маленький, если они делают идеально туль оба, то выиграет большой, потому что смотрят все и круче, сложнее сделать. Но если делают не идеально, то у маленького меньше видно ошибки. Ну, не только это, но резкость выше получается, координация лучше, легче. Ранее. Хорошо. Ребят, у многих получается. Идея понятна, да? Вот так работает стуль. Один из как бы треугольных камней. Я не говорю про технику, как там столба, что. Это вы и так знаете, у вас замечательные тренеры, которые знают тхэквондо во всех нюансах. А это вот то, как то место, откуда можно черпать дальнейшее улучшение силы, скорости, резкости. Именно вот из движения таза. Нарани, вперед! Чонжи туль, чумби! В другую сторону делаем. Начинаем в другую. На для развития координации полезно. Сей. Чак. Не тормозить, все вместе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не тормозить, быстрее думать. Три. Раз, два, три. Раз, добавляем. Громко получается. Раз, добавляем. Раз, расслабление, два, раз, два, три, не топай сверху, не топай, пятки, грубая ошибка. Левый заканчиваем, да. Наоборот, он говорит. Он другая левая. Пару. Разбился три отжимания. Сбились, как все прыгнули. Храни. Вперед. Все же тут, чумби. Делаем как надо. Все четко. Таз. Внимательно. Глаза закрыты. Сей. Закрыты глаза. Не открывай. Сей. Если что-то не так, я скажу. Если человек... Скажу, ой. Сей. Чак. Раз, два, три, таз, таз, расслабляй, оп, расслабляй, расслабляй. Почти всегда у всех проблемы с величиной стойки. Не потому, что вы такие засранцы, неправильно тренировались, а потому, что в соревнованиях вы себя чувствуете более скованно, и стойки становятся короче. Поэтому, если вы знаете, что есть такая проблема, надо на тренировках чуть-чуть их увеличивать, прямо на пол стопы, либо больше проводить модельных тренировок. Модельные тренировки — это когда на тренировки моделируются какая-то ситуация, например, аттестация или соревнования. Ну, как соревнования несложно сделать, там все, мы сегодня будем делать как бы похожий вариант. Перед соревнованиями прям провести модель соревнований. Все здесь, два человека выходят, туль делают, или там встали судьями, судят. Главное то, что люди, конечно, на них смотрят, сразу по-другому себя ощущают. Не так скованно, как на соревнованиях, но не так просто легко, как на тренировке, когда на тебя лично не смотрят. Это модельные тренировки, они должны быть. Грани.
안고트 준비. 하나. Сейчас. Конгунту сейчас попробуем сделать акцент на концовку движения, вот как мы здесь сделали. Поэтому сейчас очень мягко ведем, ведем за туловищем, никаких разворотов нету. Вот прям как боком он стоял, раз, два, взгляд повернули, и вот так идем, ведем, ведем. И только в конце, в самом конце, бам, поработали. Сей, она, раз, два, три. Дядь тоже не надо. Помните? Не ускоряем.